Сегодня мы приготовим простой и вкусный суп из детства. Суп с мясными фрикадельками. Вот так замечательно он будет выглядеть, приятно пахнуть и радовать глаз, а также возвращать нас в воспоминания. Нам потребуется куриный фарш в данном случае. Если вы не знаете, как сделать фрикадельки, посмотрите наш ролик «Фрикадельки Light». Но на самом деле все очень просто. Берем куриный фарш, либо мясной фарш, в моем случае это куриный, смешиваем с недоваренным рисом. И вот такие вот фрикадельки лепим, посыпаем мукой и отправляем ненадолго в холодильник. Сами в это время нарезаем лучок полукольцами вот такими. Рис я использую пропаренный, он гораздо удобнее, если вы будете подогревать суп. Нарезаем кубиками или соломкой морковь. Две картошки берем где-то примерно на 10 фрикаделек и на 4 порции. Нарезаем их брусочками. Обжариваем лук и морковь сразу в кастрюльке с толстым дном у меня, в которой мы будем готовить, до золотистого цвета. Добавляем туда куриный бульон. Ну, если у вас из говядины фрикадельки, тогда, конечно, говяжий. Почти сразу, когда он закипает, отправляем туда, а можно и сразу, картофель. Нам потребуются приправы, это перец, лавровый лист, самые обычные приправы, знакомые с детства. Соль, конечно. Поварится у нас где-то картофель в бульоне 10-15 минут. И после этого мы отправляем туда наши замечательные фрикадельки. Вот такие фрикадельки, они хорошо держат форму, не рассыпаются, а рис разбухает, делает их мягче и форму маленько делает более правильной. Выключаем через 10-15 минут и накрываем крышкой, пусть они еще настоятся минут 10. Видите, наши фрикадельки наверху. Все готово. Осталось только положить наш супчик из детства в красивую чашку и посыпать зеленью. Я зелень прямо в чашку добавляю. Можно, конечно, добавить в кастрюлю, если вы сразу все съедите. Но лучше в чашку. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Смотрите, у нас много хороших рецептов. Приятного аппетита! Всего вам доброго!